Холодное утро сегодня. 0 градусов, наверное. Но мы будем пытаться отремонтировать вот это зеркало наконец-то. Я его приклеил, но мне кажется, оно уже оторвалось, блядь. Что-то оно шатается. Значит, наверное, придется его прикручивать изнутри. Для этого нам надо снять панель. Панель прикручивается вот тут. Вот тут, вот тут и вот тут. Так что давайте приступим. Кто там прячется? Кто-то не хочет выходить морозить свою пипиську? Короче, ребята, извините, не покажу я вам сегодня, как делать это зеркало. Потому что, чтобы до него добраться, надо снять всю вот эту панель. И если мы снимаем панель, то лучше сразу сделать вот этот... Ароматизатор, как он называется. Короче, он полностью разъебан. Если вы послушаете, он весь скрипит, кряхтит. И он должен вот так останавливать дверь, чтобы вам не отрубило ноги. Но он этого не делает. Так что, чтобы не дрочить и не снимать, потом опять одевать. Короче, опять снимать, потом опять одевать. Ну вот, ребята, я мался хуйней, всякие палки туда сувал. Клеил его. Думаю, самое лучшее, как его прикрепить. Это просверлить дырочки. Я сделал здесь дырку, здесь, здесь. Сейчас сделаю еще одну здесь. Может быть, сделаю здесь внизу. И, короче, прикрутим эту суку. Так, посовываем шуруп. Еще надо клей захренячить, я думаю, туда, чтобы все было... Конечно, лучше бы пожирнее шуруп, но не было, блин. Так что туда клея и 3 шурупчика. Так вот, нахренячить клея туда. Да, в дырочку так, чтобы потом оно склеило все железобетонно. Как говорится, у вас там... Ой, блядь, вот это не надо. Ну вот, я думаю, неплохо держится. Вот это все тоже отлетело, так что мы это тоже приклеим. Вам не надо ждать, пока она высохнет. Обмотайте хорошей пленкой, чтобы держала. Так, все обмотали, все держится. Крышки, это тоже пиздец. Вот здесь должны быть клипсы. Так что мы ее приклеим тоже. Посадим ее на клейкую ленту. Ну, в принципе, приделали. Чуть-чуть так по-уебански скошено. Если кто-то подержал, было бы, конечно, лучше. Но ничего, это я по-любому, конечно, не навсегда делаю. Я куплю новое, но пока что нет финансов. Так что давайте побыстрее subscribe и не будем такой хуйней заниматься. Будем нормальные запчасти ставить на машины. Спасибо, мои дорогие друзья. Итак, зеркальце, ребятки. Оно приходит в двух частях. Сначала закрепите... Вот это на него, а потом уже наклейте зеркальце. Вот, убедитесь, что оно вот так все прилегло. Видите, когда зеркало на нем, этого не видно. А теперь уже можно его приклеивать.